привет! Я рад вас видеть на канале Дэнни Хелл. И сегодня я вам хочу показать, что же можно найти на полках магазина «Магнит Косметик» по последней цене. Во-первых, взял вот точно такой же мой первый ноутбук с 43 мелодиями для ребенка. Он русифицированный. И такой ноутбук я уже также в «Магнит Косметик» брал. Что меня подвигло взять еще один? Ну, во-первых, цена за 98,80. И то, что вот точно такой же мой первый ноутбук, я уж увидел в «Магнит» семейном за 254 рубля. А для обучения ребенка буквам и первым словам, я считаю, что вещь очень удобная. Потом там же на полках я нашел вот такую вот магнитную азбуку. Обратите внимание, какие крупные буквы. По скидке она стоила 224,90. Так было написано, что около 500 рублей. Так ли это на самом деле, не знаю. Сделано это в России. И скидка идет, потому что вот здесь вот замятый кончик. И вообще он выглядит мятым, упаковочка. Производство Зеленодольский завод по переработке полимеров. ZERA. Для детей от 5 до 8 лет. Но вы знаете, у меня ребенок очень активно вот такие вот магнитики передвигает на магнитной доске. Ему просто нравится. Вот по большой скидке вот взял вот такое вот русское лото. Настольная игра для взрослых и детей за 164,70. Цена была самая дешевая, потому что вот точно такой же русское лото в магните семейном я видел где-то в районе 700 рублей. Как видите, здесь надорвана упаковка. Давайте откроем и посмотрим. Лото у меня не было, но я его всегда хотел. Во-первых, внутри идут вот такие вот пластиковые фишки. Картонное игровое поле. Инструкция. Ну и сам мешок с русским лото. На свету цифры даже играют. Видно. Бочонки деревянные, качество вполне хорошее. Считай, не прогадал с этой покупкой. Также вот заинтересовал меня вот такой вот комплект проектора с карандашами в виде самолетика. Как видите, проектор должен светить, и по картинке вы должны обвести его.
как это выглядеть будет на самом деле, я пока не знаю. Если кому-то будет интересно, потом в комментариях я отпишу. Стоил такой проектор для рисования 194 рубля 70 копеек. И тоже со скидкой с 500 с чем-то рублей. Как видите, здесь коробка помята. Но я не думаю, что мятая коробка как-либо повлияет на начинку. Работает данное устройство от трех батареек формата АА пальчиков. Давайте откроем и посмотрим. Ну так, картон у меня, я бы сказал, прям в руках рассыпается. Информационная табличка. Самолет, проектор. Основание, ну, вытаскивать не буду. И сами мелки. И барабаны с фотографиями рисунков. Ну, я вам скажу, слегка все это пыльноватое. Вот как раз я считаю, что из-за коробки, которая повреждена. Но внешне все целое. И надеюсь, что рабочее. Также, если кому-то... В общем, если кому-то будет интересно, я отпишу, как это работает. И, возможно, даже дополню маленьким коротеньким видео, как это вообще выглядит в натуре. Ну и вот в Магнит Косметик попались мне вот такие вилки люкс одноразовые, 6 штук, по акции за 3-4 рубля, сделано в России по ГОСТу. Были еще ложки, и вилки-ложки стоили по 3-4 рубля. Качество достаточно хорошее, плотное. Поэтому и прихватил. Решил не откладывать в долгий ящик и распаковать. Показать вам буквы. Как видите, вот такие. Коробка полностью не запакована. Ну, я в принципе и говорил, что она повреждена. Вот такие вот крупные шрифт с достаточно большими магнитиками внутри. В руках держать приятно. Думаю, ребенку понравится. Также решил распаковать проектор и собрать его. Как видите, вот получился вот такой вот самолет. Вообще это выглядит как лампочка. В прорезь как бы рта самолета я вставляю такой вот диск с видами. Батарейки я, правда, еще не вставил. Сейчас вставлю вместе с вами. И посмотрим, как это работает. Как видите, я вставил батарейки. И все работает. Включается он посредством вот поворота
рычага сверху самолета. Вот на моем столе видно вот ножницы с чем-то. Так что все работает. Ну вот и все. Все покупки по большой скидке с Магнита Косметик у меня закончились. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.